Здравствуйте, дорогие телезрители! И как всегда, среда, 12:30, в прямом эфире, программа «Город женщин». И в этой студии вновь я, Дарья Анкехова, и моя любимая, незаменимая соведущая Мария Куницкая. Hello, my dear friend. Nice to meet you. Today is Wednesday. Машенька, understand me? С чего вдруг ты начала говорить по-английски? Как тебе мое произношение? Ну, во-первых, конечно, превосходно. Ну, да. А с чем это связано? У нас сегодня будет новая соведущая, которая раскроет нам тайны английского языка. Вот именно поэтому давайте пригласим в нашу студию нашу третью соведущую. Знакомьтесь, дорогие наши телезрители, Анастасия Кондакова. Здравствуй, Настя. Всем привет. А расскажи немножечко, для чего ты прибыла в город женщин? А, во-первых, я учитель английского языка, а во-вторых, и самое главное, я мамочка двоих детей, Айтуши и Миленки. Айта, Милена, привет, они меня, наверное, смотрят. И отныне каждую среду в нашей команде мы будем изучать английский язык. Да, каждую среду я вам буду давать полезные лайфхаки и также буду давать такие небольшие уроки. Ну, а поскольку мы сегодня одна команда, мы как скауты в белых рубашках и в галстучках одинакового цвета. Ну и так, вместе мы сила, поехали! Итак, дорогие телезрители, мы начинаем наш эфир, и как всегда, в начале нашего эфира мы объявляем тему. Тема сегодня достаточно интересная, да? Эта тема звучит следующим образом. В чем же сила женщины? Ну и как всегда, девочки, вопрос первым к вам. На ваш взгляд, в чем же сила женщины? Настенька, у тебя. Ну, я считаю, что сила женщины в том, чтобы знать свою силу и, конечно же, уметь вдохновлять своего мужа, мужчину. У Маши какое мнение на этот взгляд? Можно ответить таким расхожим мнением, что сила женщины в ее слабости, но я с этим не соглашусь. Женщина все-таки, ее сила в осознании того, что в жизни этой нужно что-то делать. Вот что-то делать. А на мой взгляд, вот я как-то, пока готовилась к эфиру, задумалась об этом, да, ну действительно, а в чем же сила женщины? И как-то для себя, наверное, пришла к одному мнению. Вообще с рождения сила женщины... Ну, как это ни странно звучит, это рождать новые жизни. Вот, это вот, ее да. Космическая функция. Это ее энергетическая функция, да, и физическая в том же, да, смысле этого слова. Ну, а теперь, девочки, в этом мы попытаемся сегодня разобраться, да. Ну и, конечно, перед тем, как перейти непосредственно к беседе, мы передаем слово нашей любимой Машеньке. Лайфхаки от Маши. Ну, поскольку мы заикнулись о том, что будем говорить о женщине, о том, что она производит, как ты сказала, на ответ детей, ну, значит, будем говорить немножечко, затронем тему семьи. И хотелось бы подарить вам такой небольшой лайфхак, опять из старых джинс, мои любимые, ну, любишь ты джинсы, мой любишь. Любимый материал для работы. Это, кстати, те джинсы, которые у нас фигурировали в начале нашего пути. Самая первая наша передача, мы будем делать игру крестики-нолики. Весьма просто, мы просто из старых джинс нарежем вот такие вот квадратики, ну, можно квадратики, можно прямоугольники, я потом чуть-чуть расскажу, как это делать, и будем, так сказать, использовать, как всегда, то, что нам нужно, это ножницы, булавки, для декорирования мешочка для этого будем, может быть, кружево использовать, ну, нам понадобятся шпульки, машинка швейная и нитки. Ну, и вот опять я вижу, Даша, у меня на столе что-то такое вдруг появилось, и так я понимаю, что это семейный ресторан Мацури, который, я думаю, порадует всех новыми необычными условиями для посещения. Да, действительно, Машенька, проведи свой праздник в ресторане Мацури, и не только потому, что слово Мацури переводится с японского как праздник, но и потому, что там большой выбор фуршетных блюд. Стол будет выглядеть не только ярко и красиво, а еще будет вкусным и полезным. В арсенале ресторана разные кабинеты для компании от 6 до 25 персон. Если ваш коллектив небольшой, то Мацури – это ваш идеальный выбор. Ну, и семья тоже, так сказать. Конечно. Семья же бывает, конечно, разная. Она же может быть не только два человека, но и, как у нашей, так сказать, некоторых наших героинь, она может быть и 8, и 9, и 10, и даже больше человек. Но в любом случае, в Мацури каждый найдет для себя что-то свое. Ну, я думаю, мы, наверное, сегодня после эфира, возможно, отправимся туда, да, девочки? Как вам такая идея? Да, нашей командой скаутской.
Хорошо. Ну что ж, Машенька, мы оставляем тебя. Твори, создавай. И, конечно, весь процесс мы будем лицезреть с тобой вместе. Ну а сейчас, конечно, давайте познакомимся с нашей новой соведущей. Дорогие телезрители, напоминаем, что с нами теперь в команде Анастасия Кондакова. Настя у нас педагог по английскому языку. И, конечно, теперь мы будем, возможно, кто-то будет вспоминать азы, да? Кто-то будет для себя только открывать что-то новое, да? Настя, расскажи немножечко о себе, чтобы мы познакомились с тобой. И как будут проходить наши уроки? Окей. Okay. Hi, how are you? Меня зовут Настя, как я уже сказала. Я основательница студии Академия. Вообще, когда я готовилась к передаче, я хотела создать какой-то полезный плейлист, который был бы нужен для людей, изучающих английский язык. Я думала, вот как же такое, что же такое сделать, чтобы, допустим, человек мог выучить английский там за 10 дней, хотя это реально, да, или выучить грамматику английского языка за 2 часа. Но я поняла, что без вашего желания учить английский язык, да, именно истинного желания учить английский язык, к сожалению, возможно, будет не такой хороший результат, как какой бы вы хотели. Ну, вообще, Настя, вот, ну, uh-huh. конечно, примитивный вопрос такой, да? А для чего вообще нам нужен английский? Я бы хотела сказать, что вообще я наработала 5 больших таких плюсов, да, mm-hmm. для тех людей, которые хотят учить английский язык. Number one – это information. Вы знаете, что 80% всей информации в интернете, они публикуются на английском языке. Да, на английском языке. Если вы хотите испечь, допустим, печеньки, да, или хотите украсить декор, декорировать вашу квартиру, то вы удивитесь, если набьете в поисковике на английском языке то, что вы ищете. Там гораздо информация, она намного лучше и картинки красивее. Попробуйте, кстати. Больше я могу сказать по поводу декора. Основные, так сказать, продуктивные и самые топовые дизайнеры – это да. английские дизайнеры. Да. И живут они в Великобритании. Ну, соответственно, на родном языке и публикуют свои топики. Okay, number two, a cultural aspect. Вы знаете, какое-то блаженство, какой-то кайф слышать настоящий голос вашего любимого актера. Кстати, вот. Даша, ты когда-нибудь слышала, как его настоящий голос, допустим, Леонардо Ди Каприо? Ну, я слышала. Одно-то дело слышать, другое дело понимать, о чем он говорит, да? Вот слушать там мы слушаем и исполнение, да, различные. Как мы любим петь в душе-то на английском языке-то, да, пока никто не слышит. Но мы, мало кто понимает, да, о чем поет. Да, вот, кстати, о музыке. А если вы слушаете музыку Адель, то в каждом слове, в каждой фразе прямо вот это ее все слова, они берут за душу, за сердце. Это очень полезно знать английский язык и понимать, о чем поет твой любимый певец. Окей, итак, сегодня я вам приготовила такой, немножко такая есть у меня практика, да? Я хочу вас научить быстро запоминать слова. Давай попробуем, Маш, хотите? Ты вообще обучаема? Нет. Вообще не обучаема? Я пенек. Ну давайте попробуем. Дорогие телезрители, запоминаем. Интересный очень метод, да, Анастасия поделится с нами. Как же запомнить иностранные слова, в частности, английские слова? Итак, это вообще моя авторская методика, он так и будет, я раскрою себя. Вам. Эта методика, она позволяет запомнить за короткий срок очень большое количество слов. Нам, допустим, значит, давайте я немножко расскажу про эту методику. Допустим, есть слово русское, да? Кошка. Когда вот вы слышите это слово, что у вас перед глазами возникает? Что вы представляете себе в голове? Конечно, я что-то пушистенькое такое с хвостиком. Да, конечно, это кошка, да, даже. Конечно. Потому что я знаю, что такое кошка. Да, потому что ты знаешь, что такое кошка. А если я вам скажу слово, допустим, не знаю, ну, небулайзер. Знаете, что это такое? Да. Каждый день им пользуюсь. Небулайзер. Но мы, так как все-таки мы мамочки, да, наверное, да. Это не из мамочек. Это не из мамочек? Как? Небулайзер, это же, по-моему, аппарат, через который дышишь, нет? Да, ну не все знают, что это такое, допустим, есть дети. А почему с мамочкой? Ну как, у меня ребенок дышит, когда болеет, вот через этот небулайзер. А почему мамочки? И не мамочки должны знать. Спроси у папочки, что такое небулайзер. Вряд ли кто знает из папочек. Да, вряд ли кто знает. Поэтому, допустим, если вы скажете слово папочкам, да, отправить его в аптеку за его покупкой. Купи небулайзер, он космический аппарат купит. Да, то он ничего не будет понимать, да? И, допустим, и так вот действует, значит, эта система. Допустим, я вам пишу слово operate,
Да, это английское слово. Вы знаете перевод этого слова? Нет, я пенек. Итак, значит, сейчас я хочу, чтобы, Даша, ты придумала какую-то ассоциацию на русском или на английском языке. Не, ну, с чем если, ассоциируется слово? На что похоже? Наверное, что-то делать оперативно. Но раз это глагол, ну, значит, какое-то действие, которое должно происходить очень быстро. Да, то есть у тебя ассоциация – это оперативность, да? Да. И вот это слово «оперативность», оно похоже на слово «operate». Да. Да? И когда ты говоришь, значит, слово вот это вот «оперативность», ты должна в голове, значит, представить, что ты очень быстро, оперативно что-то управляешь делаешь. Машиной. Отлично. Сейчас вот закрой глаза, закрываю, думаю. Представь, что ты управляешь оперативно машиной. Нужно представить, но представляю. И три раза произнеси слово operate, operate, operate. Operate, operate, operate. Даша, ты едешь так. За небулайзером вообще. И оказывается, слово operate переводится как управлять транспортным средством. Маша, ты запомнила? Угу. Я-то за небулайзером поехала, а ты смотрите, кошку вам встретила. Не надо было учить это слово наизусть. Мы просто визуализировали, представили в голове, да, вот эту картиночку, как ты оперативно управляешь машиной. И все, ты уже запомнила. Кстати, в конце передачи я у тебя спрошу на русском языке, да? По-русски как переводится слово «управлять транспортным средством», и ты сразу же вспомнишь. Ладно, слово. Я-то вспомню. А да. Можно Машу тоже протестировать? В конце программы. Можно. Маша, с пеньком поговорить. С чем ассоциируется слово «operate»? Я еще три значения даже. У меня, во-первых, опера. Во-вторых, опер, который... Уполномоченный. Опер уполномоченный. И, ну, операция. Операция. Да. Хорошо, ты можешь представить в голове, как Опер уполномоченный быстро бежит на вызов. Да. На вызов бежит, оперативно. Пою оперу во время операции. Да. Аиду. Делай операцию на глаза Аиде, да? Да. Угу, тебе не надо было учить, ты просто визуализировала и представила в голове. Ну, кстати, вот эту ситуацию. Работает operation. Ну все, отлично. Маша запоминает слово, я пытаюсь его также немножечко у себя уложить, где-то отложить в коре головного мозга. Ну а мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Все самое интересное сразу после рекламы. Замечательное начало, ну, возможно, для кого-то это начало, кто только присоединился к нам. Ну, а мы напоминаем, что в прямом эфире программа «Город женщин». И сегодня мы разговариваем с нашими гостями, с моими любимыми соведущими на очень интересную тему. А тема звучит следующим образом. В чем же сила женщины? Ну, вообще, женщина зарождает и возрождает. И не зря ведь говорят, что это источник жизни. Она рожает новых детей, воспитывает и готовит их к самостоятельной жизни. И сегодня у нас в студии потрясающая женщина, глядя на которую, можно с уверенностью сказать, что сила ее в материнстве и в ее детях потрясающих. Знакомьтесь, Надежда Афанасьевна Корякина, председатель Ассоциации приемных семей Республики Саха-Якутия, кандидат педагогических наук. Надежда Афанасьевна, здравствуйте. 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 Ну, тема у нас сегодня «В чем же сила женщины?». И раз уж мы вас представили сегодня как потрясающую, настоящую женщину, да, и сила ваша, конечно же, наверное, в вашем материнстве, в вашем открытом сердце. Вот расскажите, сколько у вас детей, потому что, мне кажется, здесь можно этим прям восхититься. А мне еще хочется спросить, вот вы их, они все ваши родные, там, вы их сами, так сказать, на свет произвелись, есть ли у вас двойняшки, тройняшки? В общем, вопросов много у нас. Хорошо, спасибо, девочки. Ну, я хочу сказать, что сила женщины – это интегральное качество. Это качество, которое вот одним словом не скажешь, да? Но я хочу сказать, что космическая данность женщины – зачать, родить, выкормить, воспитать. Да. И, естественно, самая главная сила женщины – аккумулированная энергия добра и безусловная любовь. Как я как так красиво думаю. Сказали! Аккумулированная энергия добра, боже, как да, красиво. Да, да, да. И знаете что, вот насчет вопросов, которые вы мне задавали, ну, у нас с мужем, мы воспитали восьмерых детей, из них двое кровных детей.
ну, они уже взрослые люди, и 6 приемных детей, которых мы взяли, наверное, сказать, взяли вот как-то не очень хорошо, но в то же время приняли в свою семью. 6 детей, которые воспитывались в детских домах, тогда детские дома это были, да, и эти детишки по 6 в детских домах жили. Естественно, была очень большая травма у них, психотравма была, и, конечно, вот та энергия добра, она была очень нужна этим детям. Наши дети сейчас уже все выросли, 4 из них 98 года. Угу. Ой, то есть сразу, одногодок. Четверо? Все одного года? Да, все одного года. Это вы прям целую команду воспитывали. Можно сказать, вы как будто стали, да, это, родили четверня. Ну, получается так. Получается так. Было сложно, скажу, да, но тем не менее, сегодня я очень радуюсь, глядя на них, потому что двое наших кровных, двое приемных, я уже путаю их, да? Они живут в Санкт-Петербурге у моего кровного сына, который там с женой и с ребенком живет. И поэтому это уже как одна большая семья уже. То есть вы неразлучны уже, да? Несмотря на то, что они уехали в другой город, они все равно в вашей семье, ну, да? Да, 98-й год, кстати, был это не очень, очень сложный, потому что и рождались одни мальчики, потому что у меня сын с самой 98-го года, ничего невозможно было купить. А у вас четверых? Три девчонки. О, боже! И один мальчик. Это вот, ну, а у меня возникает вопрос, вот как вдруг пришла такая идея взять детей из детского дома? Наверное, этот вопрос задает вам каждый, да? Все задают, ага. Но в то же время я хочу сказать, что это не моя была идея, это была идея мужа. Да вы что? Вот какая редкость, да? Почему, не знаю, все, до сих пор я как-то, я до сих пор не знаю, почему это так случилось, но оно должно было случиться, видимо. Ну, будучи там, работая в системе образования, я была научным руководителем нескольких детских домов, и, конечно, мимо не пройдешь. Даже если вы там окажетесь, мимо не сможете пройти. Просто то есть, получается, да, инициатором ответственности был муж. Да, но главным воспитателем, конечно, я. В любом случае, да. По космической своей данности, конечно. И такой вопрос, а вот когда вы взяли одного ребеночка, да, первого самого, ведь столкнулись в любом случае с трудностями, или все было так легко и безоблачно? Клим к нам пришел, когда мы были, все они после 13 лет к нам пришли. Ой, какой сложный возраст. Подростками пришли, да? Ага. И когда Клим к нам пришел и целый год жил один с нами, мы особых трудностей не испытывали. Это был и есть очень хороший человек. Сколько ему было лет? Когда 13. Да. И, значит, он, наверное, вот такой положительный пример. И мы не испугались, да. Да, вы ему не побоялись, потому что Клим был идеальный, да? Потому что сейчас так много разного пишут, и хорошего, и плохого, и... И хорошее, и плохое есть, девочки, я точно скажу. Но наши приемные родители, которых всего... Семей 237 в республике, и они вот очень такие сильные женщины, я скажу, да, потому что особенно матери занимаются, конечно, воспитанием детишек, да, потому что питание души, питание вот разума, тела, это же от матери идет, конечно, да, и я считаю, что все наши мамочки – это очень сильные женщины. Очень сильные. Очень сильные. Действительно. Ну, вы являетесь председателем ассоциации, да? Вот вы затронули тему о том, что есть у нас приемные семьи. Пусть число, возможно, да, количество не слишком большое, да? Но вообще... 200. А вот подожди, количество. А какая из этих семей наиболее многочисленная? Есть такие? Сколько детей у них есть вообще? Есть очень большие семьи у нас, да, в республике. Есть семьи, которые воспитывают 21 ребенка. Вместе со своими кровными и усыновленными детьми. Есть в городе Якутске у нас очень хорошие, сильные такие женщины, как Пелагея Корнилова, Оксана Павлова, которые воспитывают по 14-16 детей. Ой, боже мой! Это сильнейшие женщины. Сколько сил надо? Я слышала, что когда человек берет приемного ребенка, то есть это надо взять вот какой-то период наступает, да, человек, и он прям хочет взять ребенка. А нужно ли в этот, ну, подумать хорошенько или все-таки идти по воле души? Вот захотела и взяла? Или все-таки нужно подготовить себя к этому? Знаете что? Я так считаю. Если ты берешь, то берешь сразу. Без всякой подготовки. Что там готовиться? Изучать вот его психологию, психику, зачем, там, его историю. Наши мамы так не делают. Они берут то, что вот, ну, как пришлось по душе. Порыв. Потому что это деятельность души и сердца. И оно не может быть таким, что вот я изучу конкретно, там, просканирую этого ребенка, потом посмотрю. Ой, такого нет. А что бы вы хотели посоветовать семьям, которые вот планируют взять ребенка? Не бояться. Не бояться. Не бояться. Глаза боятся, руки делают, и душа должна творить. Потому что, да,
воспитание ребенка – это очень сложное дело, да? Ну, как родного, да? Да, как кровного ребенка. Мы говорим кровный, потому что они все родные у нас. А как кровного, больше, чем кровного мы воспитываем. Лучше, чем кровного, скорее больше всего. Больше даете любви, да? Ласки, тепла, заботы, ответственности, да? Любви, там, энергии, жизненной энергии. Очень много, конечно. Спасибо большое, Надежда Афанасьевна. Мы желаем вам здоровья, счастья. Спасибо. И пускай ваши родные и кровные и как приемные дети отдадут вам всю свою любовь. Весь в войне космос. И в стране. Да? Спасибо большое, всего Спасибо вам доброго. Большое. Ну что, дорогие телезрители, а сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике Love Story. Внимание на экран. Спонсор рубрики «История любви» – компания «Металлторг». Помогаем строить счастье. Сегодня прямо на студии мы снимаем необычную семью. Семью фотографов – Сергея и Ксению Шариных. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Мы познакомились у нас в студии, когда я пришла работать к ним с Алексеем Павловым. Зашел Сережа, что-то там мельком Алексей мне сказал, ну вот, ходит, учится у меня тут. Я так посмотрела на него, но не обратила сразу внимания. А потом уже, когда начали общаться в компании, он такой из всех выделялся. А я, наоборот, как-то пытался не выделяться. Но у тебя это плохо получалось. Он вообще ничего не говорил мне. То есть не то, что не говорил, он даже никаких знаков не проявлял. Я даже знаков не проявлял. А начали мы встречаться через месяц после знакомства. Это вообще произошло неожиданно. Месяц я такой все выдержал в себе. Потому, как говорится, это в военных действиях называется просто... Нападение волков. Как вам, двум творческим людям, удается уживаться вместе? Вначале очень много мы как бы достаточно спорили. Ну, как бы, творческий спор, он всегда существует между творческими людьми. Да, со временем. Приходишь к тому, что человека надо поддерживать в творческих делах. Ну, мы к этому пришли. Да, мы к этому пришли. Что мы друг друга начали понимать понемножку, потихоньку. А вы ревнуете Сергея? Все-таки профессия фотографа, есть модели, которых он фотографирует. Так. Было первое время тоже такое, что я честно признаюсь, я ревновала. Она ревновала. Много при дом. Например, по вечерам. Да, когда я его жду дома с ужином, он по вечерам снимает моделей. Конечно, сомнений, в принципе, в нем нет, но все равно это ревность, она всегда будет. Какой самый запомнившийся сюрприз сделал для вас Сергей? День влюбленных. День всех влюбленных. На закате. На закате, перед морем. Потом я сказал... Что-то пару фотографий сделал, пощелкал что-то, потом говорит, дай мне правую руку. Ну, я думаю, ладно, правую, так правую. Смотрю на море туда, вдаль, на этот закат. Он мне что-то одевает. Я такая думаю, что он мне одевает. Ну, наверное, это для кадра нужно. Потом это проходит где-то несколько секунд. И только тогда я поворачиваюсь назад и смотрю, что на мне кольцо обручальное. И он мне после того, как одел только кольцо, и сказал, ты хочешь быть моей женой? Ты станешь моей женой? Ну, человек был уверен, что да. А сейчас мы с вами поиграем в традиционную игру. Вы должны будете ответить одновременно на вопрос, затем переворачивайте, и мы увидим, насколько хорошо вы знаете друг друга. Итак, первый вопрос. В какой школе учился Сергей? Раз, два. Все? Раз, два, три. 31-й, как здорово! Угу, отгадали. Назовите любимого фотографа Ксении. Ну, вряд ли он знает, конечно. Раз, два, три. Вань! У меня фотограф мой любимый, это Энни Лейбовиц. Я тебе не говорила, что... Ты мне не раз про нее говорила, но ты не говорил то, что это твой любимый фотограф. Какой фильм вы любите смотреть вместе? Я не могу вспомнить, как этот фильм назывался. Сейчас, подожди. Ну, можно хотя бы сюжет написать тогда. Раз, два, три.
Космос равновесия? Что такое космос равновесия? Ну, я пытался вспомнить название этого фильма. «Интерстеллар»? Ну, да. Я забыл. Космос равновесия. Равновесие тут при чем? Ну, ладно, это ну, похоже как бы, на... Да. Почти что. А, да, я про этот фильм не уйду. Спасибо огромное за это замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе в этой же рубрике. Замечательный сюжет про не менее замечательную семью. Ну что, дорогие телезрители, мы продолжаем наш прямой эфир. В эфире «Город женщин». И сегодня мы говорим о очень интересной теме, как сила женщины. Ну и мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Замечательные ноты. Мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». И сегодня мы говорим о силе, о женской силе. И в нашей студии сегодня интересный гость. Впервые у нас в «Городе женщин» председатель Совета общественной организации по делам семьи и детства поселка Жатай, а также действительный член Конфедерации целителей России. Знакомьтесь, Петрова Алевтина Григорьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в город. Очень рада присутствовать с вами, с веселыми, с молодыми, с задорными, с умными, с обаятельными. Алевтина Григорьевна, спасибо, сколько комплиментов. На ваше мнение, в чем же сила женщины-то? Вы знаете, я посмотрела сейчас сюжет, который предыдущая Надежда озвучивала, и меня осенило, вспомнилась история, когда... Это было очень-очень давно, 1847 года Томас Эдисон родился, и когда он пришел со школы и принес записку от учителя, и мама со слезами на глазах, читая вслух эту записку, говорила о том, что... Какой он замечательный ребенок, что в нем такие много достоинства, но, к сожалению, школа не может предоставить таких хороших учителей, которые могли бы дать ему знания. Поэтому она считает, что они попросили учить его дома самим. И когда прошло очень много лет, и уже выросший маститый ученый, он прочитал то, что было написано именно учителем, он заплакал, потому что там было написано, что он дурак, что он не может, он необучаемый. Мама написала, что? Нет, это учителя написали. А, учителя написали. А мама для ребенка озвучила, что он гениальный. А, и вот, вот уверенность, вот, сила, вот понимаете, такая сила, вот прочитав, мы ходим в школу, нам учителя говорят, какой ваш сын невнимательный, какие в нем какие-то неправильные поступки, действия. И вот надо быть именно сильной женщиной, чтобы верить, доверять своему сыну, дочери, ребенку и поднимать, создавать территорию успеха, развивать. Вот в этом ключевое, можно сказать, та сила, не играть во внешние игры, которые могут затянуть в пучину каких-то негативных явлений, а именно изнутри, да, с такой духовной силой верить, понимать и действовать. В своей семье, как говорится, все начинается с семьи. Угу. С женщины и... тогда получается? С женщины начинается, потому что мужчина приходит, создавая семью, он отдает свое семя. Чаще всего это один день какой-то, раз и все. А вот женщина 9 месяцев вынашивает этого ребенка, то есть она питает качествами того, кого родила. Но я хотела бы подчеркнуть именно,
что и мужчина, и женщина, желательно, чтобы была полная семья, чтобы научились. Это же труд. Жизнь – это труд обоих. Угу. И я сегодня принесла вот такой инструмент. Все якуты, наверное, знают этот инструмент. Мутовка. Это мутовка. Да. И вот я хотела бы на этом примере показать какие-то семейные ценности и отношения, которые существуют вообще. Вовсе. Для этого я немножко подойду, вот образное такое. Вот если мы возьмем этот инструмент и представим, что вот эта горизонталь – это женщина, вертикаль – это мужчина. И получается такая схема – это здоровая схема. Целая мутовка. Существует, допустим, женщина, мы будем называть образами, да, что это женщина, а мужчина сам по себе, то есть они, получается, не соединены. И здесь, как ни крути, не получится то, что взбивает, то, что делает продукт. Этот союз, да. А бывает еще и наоборот, когда некоторые женщины говорят: я глава, я самая главная, даже если она соединена с этим основанием, вернее, основание вот с мужчиной, женщина с мужчиной, то когда мы будем в этом примере взбивать, то вряд ли опять результат получится, опять ничего не получится. И вот правильное поведение женщины, когда она вместе с мужчиной, она действует. И посмотрите, действие идет в одном направлении, и мужчина, и женщина в одном направлении. А если они будут в разных направлениях, то они попадут вот в эту схему. То есть получится результата никакого как, не будет. Как все просто, да? Будет. Настя, это вот тема мутовка, как раз про ассоциации. Простая мутовка и сколько философии. Сколько ассоциаций, да, уже у нас будет. Теперь... И вот хотелось бы, чтобы качество женщины в ее мудрости. Я знаю, якутские женщины, они, ну, видимо, в силу каких-то природных обстоятельств, когда мужчина уходил на охоту, ей приходилось содержать, заботиться о семье. То есть она должна быть вот такой сильной, много уметь делать. И сейчас вот эта суровость некоторая в женщинах присутствует. Но это внешние как бы обстоятельства, которые не всегда понятны. И вот если там внутри есть любовь и теплота, это наши поступки. Когда ребенок спит, вот есть такая в психологии точка зрения, надо больше целовать, обнимать, любить. А надо ли? Я с этим согласна полностью. Но главное это в том, что когда ребенок спит, он не видит, я его не обнимаю, не целую, я его прикрою, я положу удобное, чтобы ему было развиваться, я его поведу куда-то. То есть я буду создавать питательную среду для развития ребенка. То есть мама получает, это важнее, да? Мама питает все-таки детей и мужа. Тогда откуда же брать силы, чтобы научиться вот питать? Вот посмотрите, мы опять вернемся к этой мутовке, да? Она сама по себе, она не двигается. А кто руками двигает? Конечно. Мужчину. Кто, интересно? Я же, это мужчина, это женщина. Кто мужчину двигает? То есть в чьих руках мужчина становится тем качеством в семье, зависит это от женщины. И это... труд, этому надо учиться каждый день.
читать, слушать, понимать и, самое главное, разговаривать. Знаете, существует такая концепция, что изначально, как только ребенок родился, я здесь хочу познакомить вот с такой схемой. Это теория Василия Ивановича Оконечникова, то есть генетическая концепция. Родился человек, его родили мама и папа, у мамы и папы есть свои мама, папа. И вот таким образом происходит преемственность поколений. И вот почему говорят, изучайте свои корни, понимайте их. Но было такое, что однажды пришла такая трепетная женщина, и мы с ней, когда разговаривали, получилось так, что ее бросили, она подкидыш, и у нее боль внутри, она... ну, мешало развиваться. И в этот момент, когда мы с ней разговаривали, оказывается, родители, ценность родителей в том, чтобы дать нам жизнь. Они ей дали жизнь, но они поняли, что они не дадут ей воспитания, не дадут того качества, которое она заслуживает. И они передали ее в другую семью. И эта воспитанная, образованная, красивая женщина, она боль в себе несла. И вот когда с той точки, когда она осознала, что это биологические родители дали ей жизнь и создали ей условия для ее развития, в ней проснулась благодарность именно корням своим. Правильно. И вот в этом дальнейшая мудрость ее поступать уже с позиции радостного отношения к жизни. Александра Григорьевна, да, можно, пожалуйста, перебью немножечко. У нас просто время-то эфира ограничено. Мы можем слушать вас часами. Ну, действительно, вы несете очень интересную информацию. Но я знаю, что вы также увлекаетесь нумерологией, да? И до эфира мы предоставили вам некие цифры, да? Ну, честно скажу, отдала свои цифры я вот дату рождения. И оказывается, в принципе, такая наука, как нумерология, также может подсказать, рассказать. То есть по нумерологии можно определить, сильная женщина или нет? Вот сейчас нам расскажет Алевтина Григорьевна. Да, для меня нумерология – это помощь в консультировании, в понимании, что же такое человек. Я не буду писать даты рождения. Хорошо. И все остальное, потому что это, наверное, женские будут какие-то секреты. Но я напишу те цифры, которые у вас есть, чтобы через них мы... могли интерпретировать и находить. Я прошу извинения за почерк. Наверное, здесь сказываются мои волнения перед камерой, возможно. Григорьевна, у нас осталась всего лишь минутка. Результаты хотим. Так, и две девятки. Вот здесь три единицы у вас. Вот посмотрите, здесь самооценка очень высокая. То есть получается, если мужчина какой-то приходит более сильный, женщина как может воспринимать, быть радостной, доброй к другому, если я впереди всех? И вот здесь мудрость, которая может позволить это превратить, это цифра гениев. Вы гениальная девушка, Дарья. Спасибо! Поэтому эта мудрость, она будет спасибо вас. Спасибо большое! А более подробно я вам могу в личной беседе лично. Алевтина Григорьевна, спасибо большое, ну а у нас рекламная пауза. Итак, мы продолжаем наш эфир, и сейчас самое время для нашей постоянной рубрики «Не глянец». Сегодня мы узнаем об очень интересных книгах, которыми увлекаются и которые любят читать в свободное время женщины. Спонсор рубрики – торговая сеть «Книжный маркет». Сегодня мы бы хотели рассказать о книгах, перевернувших мир.
Это книги Эрих Марии Ремарк. Безусловно, три романа, которые вышли друг за другом. «Три товарища», «Жизнь взаймы» и «На западном фронте без перемен». Книга о войне, она заставляет нас смотреть совершенно по-другому на жизнь, на будущее и на отношение к войне нас самих. Конечно же, культовая книга «Три товарища». Культовая почему? Потому что это самая вечная тема дружбы. Это действительно очень красивая история любви, пронзительный тон и стиль. «Жизнь взаймы» тоже действительно не только яркая, да, но и когда человек отвоевывает и смерти право на жизнь, человек чувствует свое внутреннее «я». Если мы говорили о классике 20 века, то сейчас классика 21 века нам диктует книги-бестселлеры Ника Войчича. Представлять, я думаю, его почти не то что бессмысленно, но и наверняка все знают этого героя. Героя, который преодолел не только свой физический недуг, но и преодолел какие-то внутренние свои испытания. Первая книга, которая потрясла мир и стала бестселлером, это «Жизнь без границ». Человек, который родился с физическими увечьями и нашел он не только свое предназначение, он стал великим оратором. Он, как вы видите, нашел любовь всей своей жизни. У него появились дети, и этот человек заставляет нас идти вперед. Мне кажется, после прочтения этой книги вам покажутся все ваши трудности и сложности в этой жизни, покажутся они такими легкими и такими кратковременными. Да? Это все пустяки по сравнению с тем, что пережил этот герой и что он преодолевает с самого детства. А мы сегодня в творческой мастерской нашли такие увлекательные раскраски, но раскраски, они получаются условное название. К каждой картине прилагается набор красок, все они пронумерованы, дается кисточки, дается непроливайки и черновик, который со множеством номеров совпадает с номером краски. Наша задача просто найти соответствие и раскрасить сперва черновик, ну а если вы человек уверенный, можно сразу и в чистовик. Он уже обрамлен на твердой рамке, и мы потом, здесь есть закрепитель, мы потом его можем как и подарок вручить, ну и либо украсить нашу гостиную. Раскрашивайте, покупайте, увлекайтесь. Возможно, вы найдете себя, возможно, вам это понравится, и у вас получатся наиболее серьезные картины. Всего доброго! Мы продолжаем наш эфир, и сегодня в этой студии мы говорим на очень интересную тему, как сила женщины. Итак, у нас сегодня в студии весь эфир сопровождала замечательным исполнением, да, на пианино Клара. Кларочка Соловьева. Здравствуй, Клара. Здравствуй. Ну, очень талантливая девушка, и мы просто захотели пригласить ее в студию, чтобы вся республика знала таких талантливых людей в лицо, да? Клара, расскажи немножечко о себе. Я училась в Бетюнской СОЖ, в Мгинском Лусе, также училась в английском Шиеве. Угу. Как давно ты увлеклась музыкой? Я начала учиться на фортепиано в третьем классе. Также во втором классе я училась в высшей школе музыки на классе скрипки. Но мне по душе лучше фортепиано, да? Фортепиано, да. Угу. Скажи, наверное, скрипка вот соседей. Ты сегодня целую передачу слушала о силе женщины, да? Тут была многодетная мама и духовно развитая женщина. Вот как ты думаешь, в чем же все-таки сила женщины, как ты считаешь? Сила женщины, я думаю, что сильная женщина – это сильная духом, да. Красивая, да? И с железным характером. Со стержнем, да? То есть, мы с тобой во время рекламы разговаривали, ты еще говорила, что очень важно быть успешной, да? Успешной женщиной. Расскажи немножечко свои планы на будущее. Вот музыка – это смысл твоей жизни, и ты видишь свою жизнь только с музыкой, или все-таки ты хочешь развивать себя в других направлениях?
Музыка. Но я хочу, чтобы я все-таки развивалась с музыкой, да. Я хочу поступить в консерваторию на класс, на факультет, факультет композиторства. Вот. То есть ты хочешь стать, стать композитором, да. Как интересно. Нет, ну и действительно, немножечко забегу вперед. Я наткнулась на вот твое прекрасное исполнение в соцсети, да? И что интересно, очень мало ты именно показываешь. Вот для тебя соцсеть это как-то более поле для вот именно пока, чтобы показать свои таланты, да, да, демонстрации своих талантов. У нее практически нет фотографий там, где она там, знаете, ее лица, как она кушает, селфи, вот это все. У нее совершенно отсутствуют такие фотографии. Зато у нее уйма фотографий вот именно ее рук и игры на фортепиано. Мне кажется, это очень так грамотно, потому что ведь какая молодежь сейчас без соцсети, да? То есть ты в социальных сетях все-таки пытаешься показать больше свое творчество, да? Ну да. Ты еще являешься фанаткой группы Snow Boys, верно? Да, я участвовала в конкурсе каверов недавно. Uh-huh. И в этом конкурсе я выиграла и должна записаться в звукозапись в студии Чинянова, Семена Чинянова. Очень интересно. Вау, как здорово. Вот так вот. Ну что, дорогая Кларочка, у тебя еще будет время показать свой талант немножечко чуть позже. Ну а Маша, у тебя-то твои таланты. На какой стадии? И покажи нам свое творение. Кстати, дорогие телезрители, хотелось бы отметить, что отныне все творение Марии Куницкой, все, что она создает своими руками в прямом эфире, мы будем выставлять на аукцион благотворительного фонда «Соцдети Якутии». Поэтому присоединяйтесь к нашей благотворительной акции. Все лоты, сделанные руками Марии Куницкой, будут обязательно выставлены в соцсети благотворительного фонда «Соцдети Якутии». И, возможно, таким образом мы все с вами вместе сможем помочь нуждающимся детишкам. Мне кажется, это очень здорово. И, конечно, обо всех итогах мы поговорим, наверное, ну, в конце этого года. Машенька, ну, рассказывай, что сегодня вот, давайте быстренько вкратце. Значит, мы раскраивали квадраты шириной, то есть со сторонами 10 сантиметров. Вырезали из любого кусочка, который вам только приходится. Лоскуточки я использовала абсолютно все. Кружки. И резала, значит, вот на такие ленты, лоскуты, тоже в лоскуты, чтобы сделать крестик. Даже швы использовала, любое совершенно место. Значит, настрачивая, туда положила немного синтепона. Получились такие маленькие подушечки. Это можно брать в семейный отдых, можно брать покажи семейным парам. То есть вот, вот такие вот крестики у меня получились. И вот такие вот нолики. Интересно. Да, все это может поместиться. Ну вот у меня есть вот такой мешочек, но для этих значит, деталей я сделаю джинсовый мешочек. Вот декорирую его кружевами. И можно даже будет использовать, если вы все положите, такая небольшая, маленькая подушечка. Вот, допустим, если вы едете в путешествие, ну, наверное, все знают, в самолете, в машине, очень часто под голову нечего положить, вот так, хоп, пожалуйста, это будет можно использовать как подушечка. А потом стало скучно, хопс, открыла. Да, стало скучно, хопс, открыла. И играем в примитив. Если вас разозлил ваш спутник, можно впустить этой подушечкой. Подушечкой можно запустить. То есть, в принципе, вот если в шахматы играете, шахматами при злости тяжело кидаться, они все-таки синяки оставляют. А здесь, если даже поспорите, поссоритесь, запустить друг друга подушечкой, ничего страшного. И у нас дети обожают. У меня вот, я рисовала вот такие вот крестики-нолики на камешках. Ну, правда, мы не кидались ими. Но мы использовали такие вот галечку нашу ленскую. Мы использовали, рисовали на ней и играли в крестики-нолики. Здесь вот можно... Обожают дети такие вещи. Я думаю, что взрослые тоже. У нас такие игры приветствуются. Так что очень весело. Я вам ручаюсь. Если вы сделаете такое, ваша семья будет в полном восторге. Ну что, спасибо, Машенька, как всегда, лайфхаки от Маши, они очень интересные, креативные, и самое главное, их можно создать самим в домашних условиях, ничего трудного в этом нет. Ну что, дорогие наши девочки, красавицы, время нашего эфира подходит к концу. Не забывайте о том, что мужская сила – это грубая сила, а женская сила – это тонкая сила, и только она правит миром. Да, а я бы хотела от себя добавить, что говорят, что с наступлением третьего тысячелетия вступила в права новая эра, эра женщин. И, а значит, пришло время гармонии и процветания. Ну, а я, в свою очередь, хочу добавить, что женщина с творческой жилкой всегда будет иметь успех у своего мужчины.
Замечательно. Ну что, Кларочка, мы предлагаем тебе пройти к музыкальному инструменту. И еще раз давайте станем свидетелями этого прекрасного исполнения. Живая музыка. Специально для вас, дорогие телезрители.